так больше не могу. Мне надо подышать свежим воздухом. Мне сегодня вечером еще сложнейшие эксперименты делать. Здесь еще надо. Давай последнюю, а то опять переваривать придется. Не могу, жарко. Я сейчас копыта откину. О, я немного на крыльце постою, а потом все, что хотите. Потом выкипит. Что такое? Сосулька. Вот видишь, а ты не хотел баночку закручивать. Сейчас бы стоял на крыльце и получил бы по полной. И вечером не было бы никаких экспериментов. А завтра я не смог бы с чистой совестью покататься на лыжах. Вся жизнь пошла бы по-другому. Если бы она вообще сохранилась. Я не понимаю, зачем ты это делаешь? Это же хулиганство! Это научный эксперимент. Мы должны вычислить, как поворот с тропинки может повлиять на дальнейшую судьбу того, кто по ней идет. Для этого мы должны его принудительно свернуть с тропинки. Зачем тебе это нужно? Как зачем? Это очень полезно. Знать, какое будущее тебе сулят повороты. Тихо! Копатыч не заметил знак, потому что он смотрел под ноги. Он смотрел под ноги, потому что задумался. Задумался, потому что... Воздвиг не рукотворный, к нему не зарастет народная трава. Поползли за ним. По-моему, до меня этим объездом никто не пользовался. Параш, ты цел? Ты что? Слепая, что ли? Ездишь здесь по объезду, как сумасшедшая. Какому еще объезду? Это горка! Здесь все ездят! Чего ты разлегся на проезжей части? Я тебе говорю, там объезд. Такс, если бы он не свернул по нашему знаку, возможно, они бы не поссорились. Теперь их жизнь пойдет совсем по-другому. Мы создали новую линию их жизни. Интересно, что будет дальше? Чего ты радуешься? Мы создали неправильную линию жизни. Из-за твоего эксперимента они поссорились. Потом они перестанут ходить друг к другу в гости. Потом друг с другом разговаривать. А потом не вынесут всего этого и умрут. Вы так думаете? Хорошо, сейчас мы подправим их линии жизни. Иди и скажи им, что это твой глупый эксперимент во всем виноват. Сам виноват! Да, что ты мне говоришь? Я здесь при чем? Фу, мы должны все исправить незаметно. Так, здесь точка перелома, квадрат причины, сумма последствий, искривление будущего. Два пишем на дилуме, точка возврата. Что это такое? Хватит рисковать! Мы должны помирить их! И они забудут об этой ссоре, как я забыл, что вы должны мне две банки варенья. Получишь три, если все сделаешь на 5+. Ты куда? Ты свинья! Хватит! Все очень просто. Выкуриваем бараша из дома. Бе, бе, бе. С помощью знаков загоняем его под дерево. Чуть ранее выманиваем из дома Нюшу. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Когда они внезапно сталкиваются нос к носу, дергаем за веревочку, и на них сыпятся ароматные лепестки роз. Что-то заело. Что со мной?
на тебя упала сосулька. Все-таки это случилось. Если б не вы со своими переживаниями, меня бы здесь не было, и сосулька бы на меня не упала. О-хо-хо, если бы не твой вредный эксперимент, то и переживать повода бы не было. Если бы вы крутили банки осенью, как все, а не зимой, когда падают сосульки, то не было бы и этого эксперимента. Я их и крутила осенью. Но если бы ты осенью не слопал весь сахар, то и варенье не надо было бы переваривать. Да, я люблю сладкое. Мозг требует много энергии. Но это не значит, что мне теперь на голову должны падать сосульки. Я не вижу логики. Смотри! С вас 3 банки варенья. Что? Thank you.